Всем привет! Снова Глебский и снова здравствуйте! Сегодня я буду себе готовить простое, но при этом довольно-таки оригинальное блюдо — спагетти с карамелизованными лимонами. Итак, продукты. Значит, в первую очередь это, конечно же, спагетти, потом два лимона. Один лимон будет карамелизоваться, второй лимон, я с него сниму цедру и выдавлю сок. Потом хлопья перца чили, сливочное масло, оливковое масло, сыр пармезан, смесь перцев, соль, сахар. Сахара надо совсем чуть-чуть, можно обычного, у меня в данном случае тростниковый, но это не принципиально, и зелень. Зелень, в первую очередь, это, конечно же, листья сельдерея. Можно ограничиться только ими, но я добавлю еще чуть-чуть петрушки, мне кажется, так будет еще лучше. Лимоны разрезаем вдоль на 4 части. И удаляем семечки. Так. Отсюда мы легко срезаем семечки. И нарезаем каждую четвертинку лимона вот такими вот сегментами. Разогреваем воду, в которой мы будем варить макароны. И в эту воду, пока она еще не закипела, отправляем лимоны, которые будут карамелизоваться. Этот процесс, который я сейчас делаю, называется бланшировка. Бланшируем лимоны 2 минуты и вынимаем их на бумажное полотенце. Распределяем их в один слой на бумажном полотенце. И накрываем сверху вторым бумажным полотенцем, пусть они сохнут. Засыпаем макароны. И тут есть один нюанс. На макаронах всегда пишется, ну, в основном на нормальных макаронах пишется время, сколько их необходимо готовить. Так вот, в данном случае необходимо готовить на 1 минуту меньше, чем написано на пачке. Почему? Потому что после того, как макароны сварятся, они еще будут доготавливаться в сотейнике. И если сварить полное время, то они окажутся потом переваренными. Перед тем, как сливать воду с макарон, одну чашку этой воды мы оставляем себе для приготовления соуса. Разогреваем масло в сотейнике и выкладываем туда в один слой наши бланшированные лимоны. После того, как мы вынули лимоны, добавляем немножко еще оливкового масла и 3 чайных ложки сливочного масла. Туда же добавляем перец чили. Добавляем туда же воду, которую мы взяли из варящихся макарон. В эту воду добавляем цедру лимона, присаливаем и оставляем на минуту-две, чтобы выпарилась жидкость немножко. Когда влага уже достаточно выпарилась, то добавляем туда макароны. Выдавливаем сок половины лимона. Добавляем листья сельдерея. Добавляем пармезан. И все перемешиваем. Добавляем наши карамелизованные лимоны. И опять все перемешиваем. Посыпаем сверху резанной петрушкой и трем сыр пармезан. Такой
интересный, наверное, для меня не очень привычный вкус. Острые хлопья чили, вкус лимона, вкус лимонной цедры. Но все это достаточно мягко, как-то оно все в процессе приготовления соуса, как-то оно все вот объединилось. Буду ли я делать такое блюдо еще? Буду, да. Но я, наверное, попробую в следующий раз использовать в конце не пармезан, а моцареллу. То есть пармезан я добавлю в соус, когда оно будет готовиться, но посыпать потом попробую моцареллой. Мне кажется, что такое сочетание, оно будет более таким интересным и вкус будет более сбалансированным. Ну вот, собственно, и все. Если вам понравилось, что и как я себе сегодня готовил, то ставьте лайки, нажимайте на кнопку подписаться. А на сегодня новостей, наверное, больше нет. Всем большое спасибо за внимание. Пока!